Друзья, всем огромный привет. Имеется у меня вот такая вот аккумуляторная пила, но уже она подзатупилась. Сейчас продемонстрирую, причем это можно заметить, гнилая такая деревяшечка. Давайте попробуем попилим, посмотрим на стружку и попробуем потом заточить. В общем, ну, толку нету. Стружка, как видите, прям мелкая-мелкая в основном. Труху на самом деле пилить бензопилой, там аккумуляторной пилой 5 секунд. А здесь ты мучаешься, потому что у тебя все-таки пила тупая. Видите, это труха. Ну и вот я же говорю, можно по пилке определить, что цепь у нас тупая. Я решил попробовать сам научиться наточить цепь. И давайте попробуем с вами вместе учиться и попробуем наточить вот эту цепь. Она хоть небольшая, но тем не менее. Прикупил сегодня в магазине вот такой вот напильник надфиль. В моем случае это четверка, как раз под мою цепь. Также нашел любой подходящийся подшипник. Ну вот у меня в моем случае вот такой. Сейчас подготавливаю рабочее место. Вот так вот возьмем скотчик. Теперь берем термопистолет и наливаем туда клею нашего. Обильненько. И теперь вот этой стороной задней, то есть есть такая и вот такая. По центру, ну, максимально ровно пытаемся поставить по центру. Вот так вот. Наш надфиль. Оставляем застывать. Так, термоклей застыл. Отрываем от скотча. Смотрим, что у нас здесь получилось. Вот так вот. То есть все у нас крутится. Крутится, вертится. Берем шуруповерт. Вставляем. Теперь вот можем видеть вот такую картину. Берем нашу пилу, переворачиваем, и первый зуб, с которого начинать будем, мы его пометим черным маркером, чтобы нам потом просто, ну, не перепутать. Вот так вот. Ну, то есть мы не с этого начнем точить, а вот с этого начнем точить. Но просто на нем мы поймем, что мы дошли до цели. Точить можно прямо таким вот образом. Берем теперь, ну, тут сразу видно, чувствуется, упирается. Хоть точится? Да вроде да. Но мы сейчас это все проверим. Ну, вроде да. На самом деле, если вы будете сами точить, то вы поймете, что вот здесь угол, просто он тупо вот его чувствуешь, то есть она не убежит никуда, ты упираешься. И вот откуда мы начинали, вот наша покрашенная, то есть мы это уже точили, да? Да. Пилу мы с вами перевернули и теперь также помечаем тот зуб, на котором мы начнем точить. И прям таким же способом, вот, то есть смотрите, мы другой угол не поставим. Вот она четко, она прям ставит сама по себе. И также точим. Буквально пару раз достаточно. Thank you.
Так, ну все, наша цепь наточена. Буквально заняло это, ну сколько, буквально 3 минуты. Сейчас натянем ее сразу. И поехали. Смотрим. Теперь как специально стружку всю убрал, чтобы нам можно было потом понаблюдать, какая будет стружка. Так, смотрим, поднимаем стружечку сейчас вот буквально. Сразу стружка крупная, то есть сразу все на глаза. Видели, скорость, конечно же, сразу увеличилась. Я просто, у меня таких 200-х балок очень много осталось после стройки. Вот сейчас на дрова их пилю. Пилю в некоторых местах, где есть цемент, и пила из-за этого цепь тупится. Ну давайте еще разочек. Вот, притащил целое бревно. Сейчас попробуем с вами еще попилим этой же пилой. Ну, видите, как по маслу прям. Да, ну вот сразу по стружке, конечно, видно, стружка крупная, что говорить-то. Друзья, так что вот такой вот простой способ заточить цепь у нас получился сегодня. То есть, ну, многие об этом знают и умеют, а кто-то не умеет. А зачем идти в мастерскую, если можно наточить и самому? Надфиль стоит там 100 рублей условно. И вот таким вот образом взять подшипник, можно деревяшки даже просверлить отверстие и вставить туда надфиль. И будет все работать шикарно. Так что, если вам понравился данный ролик, ставьте палец вверх, пишите ваше мнение. Вам же всего хорошего. До новых встреч. Пока-пока.